четверг в Самарской области будет ясное небо без осадков. Еще чуть потеплее. Дневная температура плюс 3, плюс 6 градусов, ночью 5-7 ниже 0. Ветер переменный северного, восточного направлений, скорость 0,2 метра в секунду. В Сызрани безоблачное небо без осадков, днем плюс 5 градусов, ночью минус 5. Ветер восточный, скорость 1 метр в секунду. В Тольятти ясно, днем плюс 3, ночью минус 5 градусов, ветер северный 1 метр в секунду. В Самаре ясная погода, без осадков, температура днем 4 градуса выше 0, ночью минус 5. Ветер северо-восточного направления 1 метр в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 57%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.